И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт, Макс и Серега. И зашло очень много подписчиков, сегодня мы играем Гаррис Мод, карта у нас Бенди, будем выживать, веселиться, поднимать вам настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, давай, Кэт, Макс. Он его не убьет так. Ломай, ломай. Ломай, 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 я за тобой. А, спасибо. Блин. Так, Серега, а какой у тебя персонаж? А, ты папайрус. Все, я понял. Кстати, подписывайтесь на канал Сереги. Я оставлю ссылочку внизу в описании. Так, так. А где они все? Они их мочат. А, ух ты! Не, давайте, короче, этих. Там есть такие чернильные маленькие монстры, которые вылазят. Давайте штук 10, наверное. А таких нету здесь. Нету? Есть, смотри, сейчас покажу тебе. Вот, я поставил. А! Вот, смотри! Пацаны, убегайте! Ай, так они не ползают. Они а чё, ползают. Они ползают? Ты что? Вот это... Серега, пошли, я знаю одну классную нычку. А, нельзя допрыгнуть. Ладно, нычка обломалась. Все на стол. А, нет, по жопе дает, больно. Блин, это что за веселье? Димас, может пора им отпор дать? Как считаешь? Не, можно сюда. А, вот, сюда можно сбежать. Не надо, пацаны. Оружие пока не применяем. Когда будут уже жесткие прожектористы, тогда мы покажем им мощь. Не прожектористы. Идите сюда, чернильные монстры. Мы тут. Димас, сзади. Ого. Ты что, дурачок, что ли? Я свой. Окей, нет, не только прожектористы. Здесь еще один челик зашел. Ого. Ну давай такой пока месяц один будет. А он тут может? А, он по ступенькам, наверное, не пройдет, он жирный кабан. А, не, я обманул, он может пройти. Так, идет. Ого, как он так все знает? Нет, передумал, думает, ага, вспомнил, телефон забыл. А, нет, забыл, не забыл, мужики, пропустите. Возвращай, нет, думает, нет, забыл телефон. Нет! Это что он? А чё он ходит туда-сюда? Дурачок, что ли? Он на меня сагрился, Димас. Он ходит туда-сюда за мной. Вот я захожу в комнату и выхожу из нее. А, ты хитрый. Ой, мужик. Ну чё ты? Ого, так сразу убил, прям шпагат сделал. Вот это у нас веселье. Мне нравится. Димаш, ты готов к жесткой атаке? Да. Обнуляю как. Давай. Никто и не будет. Ты что, столько людей играет? Ребят, смотрите, жестко. Два прожекториста. О! Мне нравится! Молодец, Кэт Макс! Музыка играет! А! Лупят меня. Смотри, какой мочил. Вот это мне нравится. Ребята, ставьте лайк, мы запишем еще какую-то серию с подписчиками. Открою тебя, беги. Давай, куда-то бежать. Это чисто выживание. Вот это мочилово. Нет, я свой. Ай, блин. Нормально. Ого, нас всех сожрали. А, они сюда не могут пройти. Пацаны, где вы? Я в кинотеатре вас жду. Ай-яй-яй-яй-яй, они тут нас мучат. Музычка стрёмная. Ой, ё-моё, опять меня сожрали. Слабенький, Серега, видишь, как я. Ну всё, Димас, дело идет серьезное оружие. Пушка. Давай. Серьёзно. О, мне это нравится. Ого, шары смерти. А, они нас мочить же не будут. Есть, убил одного. Ого, мощный у тебя шар оказался-то. Я иду. Да нет, здесь никак. Тут все очень жестоко и серьезно. Прикрываю. Вот это мы устроили битву здесь. Давай, шарами смерти их. Ну, давайте я помочу, я тоже хочу. Посерьезнее нужно, Димас, оружие. Перчатка Таноса. Не надо, может вылететь. Окей. Сильно много людей, я знаю эту фишку уже, хорошо, мы проверяли. Хорошо. Димас, у Бенди подкрепление. Димас, опа, кто там? Админская базука. Мне тоже не надо. Окей. Пока, мисс, что? Пацаны, а потом мы ее используем.
Ну что, я притащил миниган, и я готов его использовать против топориста. Это сейнер. Я знаю, просто я так по-своему называю. Мужик! Ого! Вы что, психи? Вот. Топоритаст! Вот это блин. Это. Убили. Мясо вообще жесточайшего левела. А Бенди до сих пор живой. Уходи! Я ставлю аниматроников с ФНАФа 1, Фокси и Фредди. Давай. Я ставлю этих. Погнали. Ой. Они здесь бегают? Не, Фокси багованный, он застревает вечно. Давай другой отчет. Да, Бонни и Фредди. Все, бегите, разбегайтесь. Да, мужики, вы слабые. А не, Фредди, обманул. Ты хороший. Я обманул. Ух, веселье началось-то. А, прыгай, прыгай. О, Serious Sam 2 пошел в ход. Мне нравится это оружие. Очень крутой пак. Так, где он, где он, где он? Все, я мистера Боньку убил. Так, ну че, иди сюда. Давайте мочим, это босс. Мы должны его убить. Он застрял, походу. Значит, мы должны его за это все равно убить. Нет, он хочет умереть просто. Убили. Ух ты, я испугался. О, побежал, побежал. Я буду сверху мочить его. Так. Ого, он уже научился бегать, что ли? А, уходи! Да сейчас что тут-то? Он разозлился за то, что мы его побили. Пацаны, давайте, раздача оружия. А тяжелая техника вступает в бой. Он застрял. Мочите застрявшего! Ну, умирай! Где не умирает-то? Он слишком живучий. Он нам не Мас. Будет. Меня стулом убило. Здесь только остается один вариант. Админская базука. А ну давай, мочкани его. Аннигиляторная пушка. А нас-то не убивает. Пиво. Димас. Вы готовы, мужики? Это настоящая битва. Фиолетовый человек. На карте Бенди мы еще так, кстати, да, никогда не делали. Человек. Это первый раз вы такую бойню жесткую вообще делаем. Я передумал, мужики, я свой. Я свой. А! А! Что такое происходит? Они не могут пройти через эту штуку, через отравляющую гранату. Я тут вообще по воздуху гулял. Давайте без красных гранат, так нечестно. Патроны закончились. Да. Ну ёпсель-мопсель, убили. А чё меня не убивают они? Они застряли. Так ты же их спаунишь, они тебя и не убивают. Не, должны мочить. А вас убивают? Да. Да, мне очень нравится. Вот сейчас они мои ручные, мужики, идемте. Идемте, идемте за мной. Это моя армия, мочите их. Я понял, наша задача убить голову. Ладно. Не-не-не, не надо меня убивать. Хорошо, это плохие, они мне не нравятся. Все, они кончились, Дима. Нет, не кончились, это только начало. Смотрите, просто куча какая. Сейчас будет апокалипсис. Апокалипсис начинается. Хуже. Блин, не бегаю, да? Хорошо. А я слышу там, ты кого-то ставишь. Ладно, я не хотел этого делать, мужики, я не хотел. А это невозможно. Все, больше не буду. 50 штук только и все. Давайте я килл пропишу, потому что они должны меня убивать. О! Ну что, убьешь меня? Не убьешь. Я хороший, да? Я хороший. О, нет, я плохой. Ха-ха-ха, все. Так. Они тут ко мне не пройдут. А я закрытый, у нас сегодня не работает. Вот это там война у нас идет. Я тоже хочу. Оружие. Где мой любимый дробовик? Марионетка, иди сюда. Кто там вы стреляете? Идем на выстрелы.
Марионетка застряла. Мочим ее. Ой, сколько ты заспаунил, Димас, такой вопрос. Да штук 40-100. У меня до сих пор они перед лицом. Ого, их тут сколько. Ого, давайте мочим их тут. А! Серега, говно! Я испугался! А кто подставил? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!